добрый всем день. Зовут меня Михаил Горевой, кто не знает. И я хочу вам рассказать о двух ребятах, которых знаю давно. Туся Бёйнс. Это in English, in Russian, два сибиряка. Ребята действительно из Сибири. Они не делают вида, они знают об этом все и знают это с музыкальной точки зрения. И ребят этих я слушаю уже добрых лет 10. Вот. Мало того, что слушаю, я ведь и хочу, и мы пробуем с ними затеять одну музыкально-поэтическую программу, выдумать новый жанр. А сейчас, пока что, вы сможете насладиться тоже некой новой формой, удивительной, которая проникает в человека посредством музыки, страсти, видеоизображения. Это некая новая форма воздействия на зрителя. Пойдите и попробуйте это воздействие на себя. Это работает, это проникает и в душу, и в печень, и в почень, и во все остальные чувственные части тела.